Железяка, заржай, тварь! Ты что? Ну, Нинка уже магазин открыла. Ну, что ты? Я слетаю мухой. Жук ты, Михалыч, и не муха. Тебя ко мне помогать приставили, а тебе лишь бы не работать. Ну, Васька, я ж ради дела. Ну, Вась, нам поправиться надо. Ну, сдохну ведь, мать, а. Ну, только ради дела. Без Нинки обойдемся. Ух ты! Давай. Давай. По чуть-чуть. Бабуль, вот, держи. Горячо, осторожно. Сабельник не досушила. А медвежье ухо в низине брала. Болото мразит. Сил нет по рукам бить. Помру, так совсем семейное дело загубишь. Бабуль, ну что ты такое говоришь? Ну не помрешь. Я же тебя вылечу. Угу. С таким лекарством в гроб загонишь и не поморщишься. Давай! Подожди! Включайся по команде! Да все я! Подожди! Ай-яй-яй! Пашка! Что? Рука. Ё-моё! Ай, ты ж ты... Давай, терпи. Давай сюда. Давай сюда. Терпи, терпи, терпи. Терпи. Ангелина! Что? Ангелина! Под технику попал. Безопасность ты соблюл. Давай, давай, делай что-нибудь! Давайте скорее. Михалыч, держи. Так давай. Сюда иди. Вот так держи крепко. Держу, держу. Крепко. Держу. Васька, Васька. Васька, друг, не умирай, а то меня ведь посадят. Держись, Васька, держись. Пейте, 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 боль утихнет. Давайте. Похмелье как рукой сняло. Не хуже моего самогона вашит, Варя. Может, мне травок? А то он Ваське похорошел, а я мучаюсь. Все, не ори, люди кругом же смотрят. Мужику твоему сейчас покой нужен, видишь? Стресс у него. Ты бы 100 грамм накапала. Заодно освобожди это, спасение отметить. Че, гаденыш, лишь бы отметить. Хоть за здравие, хоть за упокой. Ему нельзя сейчас алкоголь. Слышал, что доктор сказала? Нельзя тебе алкоголь. А ну давай. Давай, вставай, пошли домой. Давай, давай. Ничего, дойдем. Ой, господи, боже ж ты мой, а! У нас и кабанчик там некормленный, и сарай я открыла, как услышала, сразу к тебе прибежала. Лежишь тут. Я вечером приду привязку сделать. Руку берегите. Ангелин, привет.
Привет. Что ты так крадешься? Да, дело у меня есть. Ага. Хорошо. Держи. Так, какое дело? Залетела я. Так, ну я поздравляю. Сашка уже знает? Да стану я ему говорить. Без него как-то разберемся. Ну, тебе решать, конечно. Так а ко мне ты зачем пришла? Так а что, непонятно? Скинуть хочу поскорее, пока мать не разведала. Травок дай каких-нибудь. На, вот, деньги тебе бери. С ума сошла, да? Меня о таком просить? Тайка, ты не дури, рожай. Ну, Сашка вон тебя как любит. С ребеночком так вообще на руках станет носить. Да не нужен мне этот ребенок, Ангелин. Ну, помоги, прошу тебя, я тебе помогу. Вам же с бабкой деньги нужны, на, забирай все, слышишь? А нам не нужны такие деньги, поняла? Ну, хочешь платье? Платье красное, мое, даже у Инки такого нету, забирай. Ты лучше думай, в каком платье за Сашку замуж пойдешь. Да не пойду, я за него не люблю, видеть его не могу. Ах, не любишь? А раз не любишь, то гуляла тогда зачем? А теперь вон ребеночка решила убить. Он-то чем виноват? Тайка, не дури! Дура ты, Ангелина, слышишь? Сама не живешь и другим не даешь. Пожалеешь, что отказала, ведьма! Ты где там прохлаждаешься? Бабуль. Кровище уже сколько было. Ой. А Василий Иванович молодец. Держался. Ой, сейчас пойду переоденусь, а то измазалась. Я не слышала. Васькина благоверная так орала, и в райцентре слышали. А, значит, ты слышала, да, как меня доктором назвали? Скажите, пожалуйста, одна дурища другую доктором назвала? А ты и рот до ушей. Из тебя еще пока лекарь, как из собачьего хвоста сито. Ну, бабуль. Самозванка ты. Бабуль, вы прям как сговорились, честное слово. Вон, Тайка Поливанова тоже меня обозвала. Чего это? Чем ты ей не угодила? Да ничем. Вон Сашка любовь крутила. А теперь рожать не хочет. Так. Значит, она к тебе приходила дитё потравить? Угу. Не вздумай. Не вздумай. Бабуль. Грех это. Бабуль. Прокляну, бабуль. Если трав дашь. Нельзя деточек травить. Бабулечка, я знаю. Тише, тише. Запрещаю. Бабуль, ложись, ложись, тебе нельзя. Тише. Я ей ничего не давала. Никаких трав, честное слово. Ой, девки, бабуль, девки, беда с вами. Нагуляете, а потом грех на душу берете. Мужику-то что, поматросил и бросил, а ты себя и душу замараешь. Точно, точно ничего не давал. Ну, бабуль. Все, тише, тише. Тук-тук-тук. Это я, почтальон Ильяша. Принесла газетку для вашей бабушки. А что это вы такие? Поругались, что ли? Нет, все хорошо. Ты чай будешь? Буду. Проходи, садись тогда. Что это ты такая загадочная? Пашка Крыстылев из армии вернулся. У нас парней раз-два обчелся, и те норовят побыстрее в город свалить. Ну, конечно. У нас тут скукотища, ни кино, ни метро. Спрашивается, а чей это он вернулся? Красавчик. Голова на плечах есть? Есть. Может, у него тут интерес какой-то имеет? Уляшка! Язык как помело. Иди работай. Люди письма ждут, она тут рассиживается. В следующий раз придешь, в Узульников чай подолью. Ба, а это что?
Это чтоб язык твой без костей совсем отсох. Значит так, вот ваша газетка. Читайте, не скучайте. А ты, внучка дорогая, чего уши развесила? Своих дел нет? Как ты ее терпишь? Да не злая она. Она добрая, просто Пашку не любит. Что ж поделать? Фу ты, ну ты о Пашке и чем не угодил. Где ты лучше найдешь? Ну, конечно, если ждать, пока в нашу дыру принц на белом коне прискачет. А Пашка, чем тебе не принц? По всем параметрам принц. Разве не так? Ну да. Ну, просто бабушка думает, что я с ним буду несчастлива. Говорит, не твой он суженый. А чей он суженый? Еще со школы по нему все девки сохли. А Инга вообще вся извелась. А он на тебя только и смотрит. Ну ладно. Пашка. Привет, Ульян. Ангелина, здравствуй. Как жизнь? Как здоровье Василины Егоровны? О. Привет, Паш. Спасибо большое. И за бабушку, что спросила, спасибо. Кстати, она меня звала. Да. Пойду я. Пашка, сколько лет, сколько зим. Как сам, как в армии. Давай рассказывай. Вот уникальная птица, уникальная. Иди, Белочка. И что характерно, несется очень редко, но метко. Вкус у яиц потрясающий. Пироги с ее яйцами, ну, совершенно особенные получаются. Вот Павлушка мой, он же ж привередливый с детства. А эти пироги ест и нахваливает. Осторожно, Зоечка Карповна, осторожно. Да. Так что, дать на пробушку-то, а? Так, погоди ты со своими яйцами. Я к тебе по делу. Я слушаю. Вот как раз насчет Павлушки твоего. А че? Ну, хоть ты говоришь привереда он, а я так скажу, что лучше нашей Инги ему не найти. Зоечка Карповна, так я ж со всей душой. Я только за. Я только, ну, умница. Ну, так зачем дело стало? Ну, так... А, легок на помине. Сыночка, Андрей, иди сюда. Красавчик мой. Здравия желаю, Зоя Карповна. День добрый. И тебе, Павлуша, добрый. Ох, какой красавец ты вымахала, а? Косая сажень в плечах. Я старалась. Возмужал, герой. Слушай, да жениться тебе надо. Да, сынок. Да, вот что, пока всех наших девок с ума не свел. Да, сынок. Так и женюсь. Надувал, молодец. А мы невесту тебе подберем, мать, да? Самую лучшую, самую, договорились? Самую. Так есть у меня невеста. Ангелина. Мало с тобой ругалась, да? Мало с тобой ругалась. Да чего ты, мать, заводишься? Любовь у нас. Ори, не ори. Пойду я. Дел полно, а я тут с вами стою. А как же прохлаждаюсь. Яйца? Как да же не я... надо нам ваших яиц, свои девать некуда. Зоечка Карповна, я... Ты что творишь-то, а? Ты что творишь, охламон? От председателевой дочки нос воротишь, да? Да там же дом полная чаша. Ма. Ну что мне до чужого богатства? Мы свое наживем. Ты наживешь! Стыдно ж мне перед людьми! Мне перед людьми стыдно! Для кого это ты с утра вырядилась? Не праздник вроде. Павла видела? Видела? И? И ничего, каким был, таким и остался. На кой ляд он тебе сдался? Правильно, мать. Кое-то веки дело говоришь. А ты, дочка, лучше бы книжку какую-нибудь почитала, чем моську размалевывать. Ну и чем это лучше? Да тем, что умным жить легче. А по мне так и великого ума не надо, чтобы понять, за такого, как Пашка этот,
В базарный день 3 копейки за пучок дают. А я его люблю, ясно? И ни за кого другого замуж не пойду. Я лучше утоплюсь. Под трактор брошусь. Я тебе утоплюсь. Сейчас я тебе утоплюсь. Началось в колхозе утро. Ох. А у Пашки этого совесть-то есть? Жениться надумал. Только не на нашей дурёхе, а на Ангелинке Тальниковой. Что он в ней нашел? Без слез не взглянешь. Не скажи, мать. Что? Послушаем. Не такая она, как все. Инга наша огонь. Красавица. Тайка Поливанова тоже красавица. Он, Сашка по ней как сохнет. Да что там, Ульяшка тоже, можно сказать, симпатичная. Особенно, если ночью. Ангелинка, она, на первый взгляд, самая обычная. А пригляделся и пропал. Здорово, Федорович. И тебе не хворать. Слушай. Чего? Я тут корма привез. Ну так беда у нас. Похоже, мор. Какой мор? Ты чего? Ну, похоже. На что похоже тебе? Вер, что стряслось? Что он несет? 3 телят потеряли за сутки. Беда, Федорович, беда. Этого еще не хватало. Не ест, не пьет. А что ж делать-то? Ну как, что в райцентр надо ехать? Надо покупать вакцину. Но эпидемия у нас. Михаил, замолчи. Вер, если ветеринара вызвать, он только завтра к вечеру будет. Попытайся своими силами выходить, а? Я тебе сейчас баб на подмогу пришлю. А ты иди сюда. Только скорее, Федорович. Хорошо, иди сюда. Дурачок тебе. А при чем здесь я? Михалыч, ты думаешь, что ты говоришь? Мор, эпидемия. Услышит, комиссия понаедет. Карантин объявят. Но мясо не сдадим, денег в колхозе не будет. Будем все лапу сосать. Давай это, Ангелину позовем. Чего Ангелину позовем? Да на лучше любого врача. Ну, Ваське ему руку как залечил. Ты бухой, что ли? Какой бухой, ты что? Рука, это рука. А это скотина. Скотина. Что ты предлагаешь? Тихо. Ветеринара звать нельзя. Нельзя. А, ладно. Нам терять нечего. Зови Ангелину. Скажи, если она поможет, колхоз долгу не останется. Зови Ангелину. Понятно. Пошел. Да. Михалыч, да. Панику не поднимай. Понято. Пулей. Стой! Михалыч, ты что, совсем до белки допился? Под колеса бросаешься. Бригадир! Коровы дохнут, Ангелину звать нужно. Давай! Вот так. Ай, молодец. Ой, как ловко у тебя получается, ожил. Гляди. Молодец. Я здесь ни при чем, это ваш подопечный хочет быть здоровеньким, да? Ну все, хватит. Давай, малыш. Ну что, теперь я пойду? То там бабуля хоть и с Ульяши, но волнуюсь за нее. Я тебя не держу. Я сама бы побежала, до колена болит, мочи нету. Так а что ж вы молчите? Давайте я вам растирание приготовлю. Ну? Только вы сами заберете, ладно? А то мне Поливановым нужно успеть вечером. Ну, конечно, заберу. Так кость болит, что спать не могу. Ой, Ангелинка. Что? Уж больно ты бабку Василину напоминаешь. Та тоже бегала с утра до ночи, все лечила. Так всю жизнь и пробегала. Как она там? Болеет. Вот помрет, а ты одна останешься. А тебе замуж выходить надо. Ребятишек своих нянчить. Бросай то знахарство. Ты хорошо, теперь вечером за растиранием зайдете. До свидания. Я как лучше хочу. Что это вы, мамаша, за ребеночком не уследили? Вон застудили до зеленых соплей. Трое у меня. Тихо. Все орут, как резаные.
Не уследишь за всеми. Раньше нужно было думать, когда. Так, ладно. Травы будете пить. Утром и вечером. По чайной ложечке. Хорошо. Хорошо, Ульяна Николаевна, все сделаем, все будем пить. А что у нас тут? Здесь Ульяна Николаевна у нас лечит. Теперь давайте-ка я посмотрю. Носоглотка немножко опухла. И насморк. Ничего страшного. Потому что у нас зубки режутся, да? Смажьте десны медом, а зуб вырезет, насморк сам придет. Зуб. Как я зуб не доглядела. Спасибо, мед. Не за что. Спасибо, Ангелина. Только не забудьте медом обязательно. Да, спасибо. Ну что, что? Василина Егоровна спит, тебя след простыл, а мамаша прицепилась ко мне, как репей. Ну-ка, Ульяш, отойди отсюда. Травы, они не любят, чтобы их чужие руки касались. А, чужие руки? Ну, спасибо, отблагодарила. Ты могла бы меня уже давным-давно своей помощницей сделать. Нет, спасибо. Я сама справлюсь. Даже как лучше хотела, но ты можешь мне хоть иногда какие-то легкие случаи доверять? Ульяша, дружба дружбы, а с травами шутки плохи. Я это говорю для твоего же блага. Ну что, мир? Ангелина, где ты там? Да, бабулечка. Воды. Иду, иду. Так, а ты мне сегодня мазь для тети Веры поможешь приготовить? А то мне еще к Поливановым, а вечером за травами. Ну куда я денусь? Спасибо. Смотри, два кольца друг к другу плывут. К свадьбе примета. А это детская погремушка, да? Тай! Да нет, глупости это. Ты в Пашку втрескалась, вот всюду мерещится тебе кольца до погремушки. Угу. Носишься кукушка угоревшая. Молока не свежего хлебнула, мутит. Ну так пойдем на реку. А чем мы, правда, в комнате сидим? Венков наплетем. Гадать так гадать, да? Добрый вечер. Есть кто? Вер, проходи. Там Ангелинка тебе настойку приготовила. Ты сама посмотри, я тебе не помощница. А, вот она, родимая. О, теперь буду как молоденькая бегать. Угу. Не угонишься.
Спасибо, скажи своей Ангелинке. Она молодец. Не чета некоторым вертихвосткам. Ну ладно, похвалила, хватит. Без отца, без матери, а путевая выросла. Так я сказала, хватит. Ну не сердись, Василин. Вот не то ляпнула. Я другое пришла сказануть. Ну ладно, говори, что хотела. К соседке Дусе племяш приехал. Доктор городской. Видный такой. Ну, не то чтобы красавец, но серьезный, положительный. Чем мне пора, Ангелинке? Ты подумай. А то помрешь, кто еще подскажет? Молодой, красивый, до греха недалеко. Да я от души говорю. От души. Как ты молодую кровь держишь? Вот сейчас ночь. Вот где она шляется, твоя Ангелина? Подоле принесет. Значит так, Вера. Как нам с Ангелиной жить? Мы сами решим. А ты, если будешь сводничать, я тебе такую настойку заделаю, что ты на обе ноги охромеешь. Тьфу на тебя! Я ж по-доброму пришла, а ты фыркаешь. Ой, сама всю жизнь как сыч прожила. И девка твоя вон пошла. Пошла сама вон, змея старая. Ведьма проклятая. Ну, она что здесь делает? Тоже гадать пришла? Ага, как же. Ведьма. Ходит по ночам, на людей порчу наводит. Вон Пашку приворожила. Не отклеишь. Верь после этого гадания. Кольца, погремушки не в твоей избушке. Ничего. Еще будет, по-моему. Ангелин, обожди. Ты что, от меня прячешься? Одна по ночам гуляешь? Не страшно? Уж больно мне надо от тебя прятаться. Сегодня вообще-то ночь накупала. Травы особую силу имеют. Нужно успеть собрать. Так я помогу. Ты не против? Нет уж, я сама. Ты ведь шел куда-то? Ну, как знаешь. Я ведь о тебе только и думал все это время. А ты? Разлюбила, выходит. Понимаю. 2 года все-таки срок. Не забыла я ничего. И не разлюбила. Ну, тогда я ничего не понимаю. Просто бабуле своей я пообещала, что не буду с тобой встречаться. Интересный поворот. И чем же это я Василине Егоровне насолил? А, ясно. Думаешь, что бросишь ее, если за меня выйдешь, да? Семья, новая жизнь. Там еще чего доброго в город уедешь. А то еще, не дай бог, в институт поступишь. Конечно, лучше же в деревне всю жизнь травки собирать и настойки из лягушек варить. Паш. Как 100 лет назад. Паш, ну зачем ты так? Бабуля у меня добрая. Просто боится, что я несчастлива буду. Со мной. А ты? Ты тоже этого боишься?
Нет. Правильно. Нечего тебе бояться. Мы любим друг друга. Так что нам помешает быть счастливыми? Закрой глаза. Ты чем? Закрой. Да что ты? Ходи за меня. Только не слушай никого. Только свое сердце. И меня. Любимая. Пашка. Силу имеет. Но только знающий человек может распорядиться ею правильно. Может, поэтому вы держите свои знания в секрете? Бабуль, а у нас что, гости? Ой. Доброе утро. Доброе. Я Михаил Кольцов, племянник тети Дуси. А вообще я врач-фитотерапевт. Диссертацию пишу о народной медицине. Вот мне Василина Егоровна рассказывает о травах. И я, кстати, торт принес. Можем чай попить вместе. Вы сладкое любите? Вот. Михаил хочет, чтобы ты ему про местные травы рассказала. Да, я о Василине Егоровне наслышан давно. Лично пришел расспросить о ее опыте, но я не знал, что она сейчас болеет, и ей не до визитеров. Может быть, вы смогли бы уделить мне время? Хорошо. Да, я, наверное, могла бы. Правда, я не так много знаю, как бабуля. Не прибедняйся. Все ты знаешь. Я тебя всему научила. Я вам буду очень признателен. Ну, хорошо. Идемте. Только без глупостей там. Знаю я вас, молодежь. Ты думаешь, все кругом дураки, один ты умный, да? Инка с Тайкой на речке были, они все видели. Мам, мы с Ангелиной женимся. Любовь у нас, пойми ты наконец. Тогда и ты пойми, сынок. Нет у тебя ни матери родной, ни дома у тебя нету, пока ты от этой ведьмы не отстанешь. Не отстану. И ничего, поживу где-нибудь. А другой невесты у меня нет и не будет. Выходи за меня. Опять заладил. Сколько раз говорить не стану, если в этой дыре хранить. А чего ты хочешь? А я в город уеду. На артистку выучусь. Буду в кино сниматься. Паркуйте, голубки. Ты мне только принеси, зараза, в подоле, я тебя убью. Встал. Давай отсюда. Ну а ты что сидишь без дела, а? Ты... О,
О, здорово, Сань. Здорово. Чё такой грустный? А, не клеится лямур? Так кто их баб разберет, что им надо? Я ж этот, жениться надумал. Мамка даже на костюм скопила. А ты как думаешь, добиваться? Саня, мне бабы даром не нужны. От них одна морока. Я бизнесом хочу заняться. В город двину. Времена нынче такие настали. Ты отдался ему этот город? Я так скажу, где родился, там и... Здрасте. Здрасте, Ангелина. Здрасте, здрасте. День добрый. Ой. Как, Василий Иванович, перевязку пора делать? Здравствуй, Ангелиночка. Проходи в дом. А Васенька мой в сарае. Он там с Настей чинит. Хозяин. Хорошо. Заходи. На перевязку давай. Да, может, ты и прав насчет города. Тебе-то с Ангелиной ловить нечего, как Пашка вернулся. Третий лишний. Рот свой закрой. Не твое это дело, ясно? Да ладно, что ты? А ну, вон пошли! Что, дураку мне тут под забором будут задевать? Вон пошли! Все, уходим. Почему это вы здесь шушукаетесь? Ты пословицу знаешь? Любопытные Варваре нос оторвали. Не очень-то и интересно. Вы молодец. Я говорю, вы молодец. Другие в лес боятся ходить, заблудятся. А вы прямиком, чаще. Да и лес вас, наверное, любит. Да и другие тоже, наверное, близкие. Да, вы правы. Лес я люблю. И не боюсь. А что касается любимых, то ошибаетесь. У меня из близких только бабуля и жених. Да и хватит. Верно? Давайте я понесу. Я понесу. Давайте. А, вы ведь хотели посмотреть, где я кровохлебку собираю, да? Так вот, есть одно место, так сказать, наша заимка семейная. Но к ней далековато идти. Не боитесь? Нет. А люди туда боятся ходить. А нам это только на руку. Травы там спокойно растут, сил набирают. Ой. А вы знали, что если болезнь тяжелая, то лечить лучше сразу на месте, где травы растут? Знали? Нет. Впервые слышу. Ну да. Травы они ведь откуда свои силы берут? Из земли. И чем ближе к тому месту, где трава родилась, тем сильнее она лечит. Ну вы на меня так смотрите. Идемте. Thank you.
Это все Ангелинины проделки. Больше некому. Ангелинка дома? Что опять случилось? Понос, что ли? Он травки попей. Сейчас участковый разберется, что у вас тут за травки. Попляшете. Лемешев, он каким боком? Ангелина твоя Тайку Поливановскую до смерти этими травками опоила. В тюрьму ее посадят, вот что. Не может быть. Она же обещала. Ребеночка травила. Дитятка маленькая не пощадила. Тайка кровью истекла. А мучилась-то как? А мать ее не ровен час в петлю. А за Ангелиной сейчас Лемешев придет. Кто за тобой ходить будет? Ангелинке кто будет посылки слать в тюрьму? Вот беда-то! Ой! Василиска! Василиска! Ой, Боже! Люди! Люди! Гражданка Тальникова, пройдемте в дом. В дом, в дом, в дом, в дом. Пройдемте. А как же бабушка? Пройдемте. А вы расходитесь, что встали? Цирк устроили. Расходитесь, расходитесь. Пойдемте. Моя бабушка. Моя бабушка. Да ведь я вам говорю, что я ничего не давала, Тай. Но почему вы мне не верите? Почему, 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 почему? По качану! Почему? Потому что мы здесь не в игры играем. Верю, не верю. Хули! Преступление у нас! Убийство! В общем так, короче, посидишь у меня в камере, по-другому запоешь. А ты чё? А? Я ничего не знаю, меня там не было. А что ты ревешь? Тайку жалко, мы подруги. Хватит. Пожалуйста, хватит. У человека бабушка умерла. Ну, у вас же есть совесть. Значит так, ребятки, мы еще вернемся к этому разговору. А тебя, дорогая моя, ждут большие неприятности. Запомни это. Ангелина! Родная моя. Машка, сейчас. Машка, Машка, Машка. Беда у нас. Бошка, бабуля умерла.